Я не согласна с концепцией, что в России нет национальной идеи. Она, конечно, есть, она всегда была, есть, но немножко мы ее подзабыли, утопая в благополучии и комфорте, но не совсем. Все-таки совестливость и поиск правды, и абсолютная удивительная уникальность, наверное, это и есть наши основные черты, и, собственно, идея как таковая — оставаться уникальными, оставаться совестливыми, оставаться ищущими правды и чего-то нового. Такие искатели, мы искатели. Это наша национальная идея, я так думаю.